привет, Тримаши, Эдемщики, это следователь. Здесь, видите, забор, стройку делает, стройка, или они собираются, что-то какой-то есть там сарайчик. Я думаю, построят. Они будут говорить, какой именно религии, ну, вы догадываетесь, наверное, самый распространенный религиозный объект. На самом деле, это, конечно, просто бизнес-объект, чтобы зарабатывать на нищих и без того бедных людях. И ничего он взамен не дает, никакой ни духовной жизни, ничего, еще больше ухудшает положение. Если человеку плохо, он бежит в какое-то религиозное место, но там ему дают такое временное облегчение, что да, ты там вот на то такая воля, но все равно ему плохо, в итоге никакие проблемы он не решает, они зарабатывают на его проблемах. То есть в основном проблемы все надо решать просто с помощью техники или науки, а духовная жизнь, она никак совершенно не связана с религиозными объектами. Это такие объекты прошлого, они все время использовались только для манипуляции общества, ну, манипуляции в качестве плохом, чтобы просто сделать темной массой, и причем этот сам, который руководит серой массой, он такая же серая масса, по сути, но отличается тем, что он лечится, например, если человек лечится в современных клиниках, как делали всякие матери Терезы и другие для своих подчиненных, говорили, умирать там на камнях холодных, а для себя в клинике, в развитых клиниках Израиля, Швейцарии, Англии, США. Вот. И причем объект, я думаю, да, действительно быстро построят в течение полугода-года, а те поликлиники, в которые основная масса ходит люди, они... люди там так и будут умирать. Почему я связываю именно с лечением? Ну, любое, питание, лечение, все что угодно, все вот эти сферы жизни, они на нуле остановлены. А люди все-таки есть количество, они бегают, у них есть какие-то копеечки, даже вот эта пенсия, если 8500, ее, естественно, надо отнять. Но чисто так говорить про это вообще все опасно, потому что это часть бандитского государства, ну просто сильно вопить начнешь, и забьют, и убьют тебя. А нафига умирать? У нас еще куча дел прогрессивных, полезных, поэтому, ребята... делаем прогресс. Всем пока. Религиозная церковь у нас своя. Это вот на этом канале. Поэтому обязательно здесь сидите. И здесь духовный мир вы свой поправите. Потому что я порабощать никого не буду. Не нравится, не слушает. Кто нравится, тот слушает. Всем пока. Это ужасно, конечно. Вместо нужных вещей строить этот вот убивающий личности и все в другом объекте. Это ужасно.